Оксана Николаевна, вы так профессионально орудуете граблями, а скажите, пожалуйста, после субботника как планируете день провести? Я не только граблями профессионально работаю, я еще литовкой работаю. Знаете, что это такое? Предполагаю. Коса, которая траву косит. Скажем так, я не очень любила ходить в детский сад. Я росла в основном с бабушкой и с дедушкой. Вот. И мы выезжали, у бабушки с дедушкой были козы, мы выезжали, косили им зеленую траву. Мне было очень интересно, как вот этот инструмент работает. Но я научилась. Не побоялись, дали в руки прям вот эту литовку саму? Ну а как приучать детей еще к общественно полезному труду? Под четким контролем взрослых, конечно, да. Вы, наверное, еще от запаха травы, да, тоже кайфовали? Кайфовала. Особенно если клевер. Сейчас мы проверим, как работают представители правительства Омской области и Омского городского совета. Здравствуйте! Скажите, что успели уже сделать? А разве не видно наш объем работы? А это вы По-моему, вдвоем? Все, конечно. Конечно, вдвоем. Вот мешки, которые наставили, это, наверное, показатель нашей сегодняшней работы. Да, нет, конечно, пот не будем вытирать со лба, но тем не менее, уже жарко. Скажите, а обычно на субботник в резиновых сапогах приходит? У вас, смотрю, сегодня ботиночки. По погоде. Тем не менее, клещ не залезет, потому что они с высокими берцами. Он лезет только вверх. Поэтому может быть везде, даже на голове. Хорошо. У вас в связи с этим сегодня головной убор? И в связи с этим. Для работников государственного управления, муниципального управления, в какой-то период времени самый главный рабочий инструмент – это голова. Поэтому все-таки голову надо беречь. Поэтому вот в таком виде. Вообще это удобно, когда вот, работаешь, чтобы голова была в тепле. Это прежде всего. Мы это все прекрасно по себе знаем. Спасибо большое. Поэтому, спасибо. Так что все, хорошее настроение, прекрасная погода, несмотря на то, что там сокрушались, будет дождь, будет снег. Ничего, погода самая для субботника. И не печет. Да, и не печет, да. Так. А здесь у нас департамент имущественных отношений. Ну, рассказывайте, как себя чувствуете, не болят ли руки? Не, превосходно. Физический труд, он не только облагораживает, но еще и дает дополнительную энергию. Скажите, а вы живете в квартире или в частном доме? Я жил и вырос в деревне, поэтому сейчас в квартире, но навыки никуда не деть. Вот Оксана Николаевна сейчас рассказала, что она в детстве профессионально орудовала литовкой, а вы чем умеете профессионально орудовать? Я профессиональный садитель и копатель картошки. Да, 30 соток на одного, это нормально.